тепла, оживут слова, цвет ночных домов, стены отпечатками перепачканы. Что чувствуешь ты? Спросить не могу. Табу. Что же мы делаем? Знаки вопроса. Граффити чувства. Знаки вопроса. Снова и снова. На основании статьи 70 Гражданского кодекса Российской Федерации суд постановляет: ответчик Кормильцев Сергей Викторович лишается родительских прав относительно Кормильцевой Вероники Сергеевны 2006 года рождения. Как? Подождите, как? Вы что, с ума сошли там? Что вы там сидите? Успокойтесь, ответчик! Я штрафую вас за неуважение к суду. Приговор может быть обжалован в 10-дневный срок. Вадим Юрьевич, подпишите. Ой, Вадим Юрьевич. Подожди, стой. Ты с ума сошла? Ты совсем с ума сошла? Пусти меня, Вадим. Ты что творишь, а? Ты не можешь отнять у меня ребенка. Сейчас, одну минуту. Ты что творишь? Пусти меня. Ты что творишь? Ты не понимаешь, что ты делаешь? Ты что? Да мне больно. Молодой человек, успокойтесь. Успокойтесь. Надо уметь проигрывать. А тебя? Тебя я вообще убью. Что? Тебя убью. Убери руки. Убери руки, я сказал. Иначе я тебя посажу. Сереж, Сереженька, не надо. Оставь его. Сумасшедший. Тебе плохо, малыш? Ничего. Сейчас будет получше. Господи, Сереженька, что же нам теперь делать? Мам, ты же все слышала. В течение 10 дней еще можно обжаловать. Адвокат теперь нужен хороший. Господи, он же денег стоит. Пойдем, мам. Пойдем. Марго! Послушай, Марго, прости, я погорячился. Как Ника? Она обо мне спрашивала? Нет. С кем она сейчас? С няней. С какой няней? С няней из агентства, но тебя это не касается. И вообще, забудь, что у тебя есть дочь. Ты ей больше никто. Сережа! Сейчас, мам, сейчас. Сереженька. Марго, давай все обсудим. Все обговорим, решим. Ты не можешь у меня так просто забрать дочь. Нам не о чем с тобой разговаривать. Я за них? 5000 отдал. 5000! Они что думают? Что я эти деньги рисую? Нет, я их не рисую. Я их только 2 раза надел. Так они после первого дождя вот развалились. Успокойтесь. Извините. Понимаете, тут люди. Ну, неудобно, соседи. Так что тоже, знаете, полагается. Я так понимаю, да. А вы уверены, что после первого? Я уверен. И мы можем подтвердить это документально. Разрешите, Ваша честь? Пожалуйста. С момента покупки до момента обращения в совместную компанию, а именно с 29 апреля по 5 мая, дождь имел место только 29 апреля. Вот подтверждающие документы из метеослужбы. И, Ваша честь, разрешите зачитать слоган компании? Пожалуйста. Обувь Феличи, комфорт и надежность при любой погоде. Обратите внимание, Ваша честь, при любой. А за свои слова надо отвечать, господа. Да. Алло, да, мамуль? Да, закончила заседание. Выиграла. Мамуль, приеду, все расскажу в подробностях, ладно? Целую, пока. Что он сказал, а? Давай поговорим, как там Ника? Он еще не понял, что ему Ники не видать, как своих ушей? Ты что, разволновался так? Мне даже его немножечко жаль. Ну, он таких надо учить. Он должен был просто дать разрешение на вывоз ребенка. Нет, он уперся, как баран. Ну и получил свое по полной программе. Я немножко волновалась. Ну, ты такой молодец. Этот придурок даже слова не успел вставить. Только глазами хлопал.
Не понял. Не понял, что значит волновалась? Ты что, сомневаешься в моей квалификации? Нет. Ты же лучший адвокат в стране. Прости, не расслышал, что? Ты лучший адвокат в мире. А можно громче? Ты лучший адвокат в мире! Твой день, будьте добры. Последний, с адвокатом который? Да. 67 рублей. Красавец, конечно. Телезвезда. Жена, наверное, извелась от ревности. Он не женат. Они все так говорят. А вот на самом деле... И на самом деле. А ты-то почем знаешь? Знаю, я училась у него. Че, тоже адвокат? Ну и как, получается? Ну, дело сегодня выиграла. Поздравляю. Да что там, это у Махновского дела. У меня так, делишки. До свидания. До свидания. Ну все, у тебя развязаны руки. Через 10 дней решение суда вступает в законную силу, и ты можешь ехать с Никой в Америку. Так, наверное, заждался? Когда у вас свадьба? В августе. Прекрасный месяц. Угу. Да, ты будешь с ним счастлива. Пью за это. Тебе так не терпится выдать меня замуж. Просто, как говорится, с глаз долой, сердце вон. А ты меня совсем не любишь, да? Марго, не начинай, пожалуйста, а? Мы уже все обсудили. Ну, мы 5 лет были вместе. Нам разве было плохо? Или я, может быть, товарный вид потеряла? Или, может, ты нашел мне замену? Так бывает. Отношения между мужчиной и женщиной теряют свой аромат. И тогда надо просто... прекратить цепляться за прошлое и идти вперед в новую жизнь. Вообще-то я праздновать сюда пришел. Я не понимаю, чего ты хочешь, а? Ты вспомни себя. Ты вспомни, какая ты была, когда мы только встретились с тобой. Ты вспомни, как ты выглядела, как ПТУшница. Ты одевалась, как ПТУшница, разговаривал, как ПТУшница. А я сделал из тебя леди. Ты посмотри на себя. Посмотри, посмотри. Посмотри, молодая, красивая, а? Роскошная. Я горжусь тобой. Дак влюблен в тебя по уши. Он готов удочерить Нику. У него куча денег, роскошный дом на берегу океана. Будешь там полноправной хозяйкой. Разве я о такой жизни ты мечтал, а? С тобой. Ой, все, давай, Марго, хватит. Давай прекратим этот бессмысленный разговор. Дак для тебя отличная партия. А я, между прочим, никогда не обещал тебе жениться. Так что давай, сейчас возьми трубку, позвони ему и обрадуй. Скажи, что через 10 дней вы будете вместе. А может быть, Сергей еще оспорит решение суда. Что тогда? Что? Не смеши меня. Этот кретин никогда ничего не добьется в жизни. Никогда. Мам! Дома, Катюш. Привет. Здравствуй, моя дорогая. А
что такое? Что-нибудь случилось? А? Нет, все в порядке. А почему печально? Ты же сегодня дело выиграла. Ага. Иск пенсионера к калошной фабрике. Я не могу так больше. Катюш! Катя! О, Господи. Да! Да, Тетеркин. Я посмотрела вашу курсовую. Ну что, все скачали из интернета? Вы порадуйте меня хоть одной собственной мыслью, да. И учтите, молодой человек, у вас очень мало времени. До свидания. Катюш, не переживай, сейчас мы чаю попьем, и у нас с тобой все будет хорошо. Слышишь? Катюш, да не переживай ты так, все пройдет. Да ничего не пройдет. На прошлой неделе у меня было дело о протечке квартиры, иск о выгуле собак и о том, как разделить однокомнатную квартиру умершей гражданки Скороход на 10 человек. Такое ощущение, что я становлюсь героиней Зощенко. Это жизнь, Катюш. Мам, да это не жизнь, это тоска. Я тупею от этих склок. А ты что хочешь? Представлять интересы госкорпорации или защищать звезд шоу-бизнеса? Поверь мне, моя дорогая, там точно такие же дрязги. Только суммы фигурируют другие. Покрупнее. А ты защищаешь простых людей. Это очень благородно. Твой отец гордился бы тобой. И я горжусь. Потом не всем же быть махновскими. Мам, вообще-то он начинал с нуля. У него не было ни блата, ни богатых родственников. Он все сделал сам. И я смогу. Мне просто нужно нормальное дело. Мне нравится ход твоих мыслей. О, Господи, извини. Перед экзаменом просто покоя нет. Алло. Ой, Зиночка. Привет, моя дорогая. Как ты? Тысячу лет не созванивались. Здравствуй, Леночка. Я отправила Сережу за хлебом, и вот звоню тебе. Ты меня прости, ради бога, что я тебя беспокою. Мне просто абсолютно некому обратиться. Мы этого совершенно не ожидали. Пришли на суд, и вдруг зачитывают решение. Сережу лишают родительских прав. Просто как снег на голову. Я даже, знаешь, плакать не могу. Весь вечер хожу, таблетки глотаю. Может, неотложку вызвать? Ты давление мерила? Сколько? Да плевать мне на это давление. Нужно срочно что-то делать. Подавать на кассацию завтра же. Нам очень нужен грамотный адвокат. Скажи, пожалуйста, может быть, у тебя остались какие-нибудь знакомые юристы, коллеги Николая? Да нет, Зиночка, никого нет. После того, как Оля погиб, я долгое время вообще ни с кем не общалась. А потом все как-то исчезли, потерялись. А сейчас уже совсем другое поколение. Может быть, в адвокатскую контору обратиться? Да ну что они могут против Махновского? А при чем здесь Махновский? Да при том. Махновский адвокат Риты. Подожди, он же бешеных денег стоит. Да не в деньгах дело. У них с Ритой давние отношения. Я даже думаю, что, собственно говоря, наверное, он это и устроил. Она бы сама никогда не додумалась. Вот ужас, а. Ужас, Лен, ужас. Денег у нас нет. Платить нечем. Ты наше положение знаешь. Никочку жалко. Сережку жалко. Тебя жалко. Ничем помочь не могу. Мам, кто там? Зиночка. Слушай, а может, я поговорю с Катей? С какой Катей? С какой Катей? С моей Катей. Мы с тобой сколько лет не виделись? Она в прошлом году закончила университет, юрфак. Между прочим, с отличием. Может, она возьмется за это дело? А если она не согласится? Подожди. Я с ней поговорю, а завтра мы с тобой созваниваемся. Все. Пока. Пока. Катюш, ты Зиночку помнишь, мою институтскую приятельницу? Эффектная такая. А, ну да, припоминаю. Ты не представляешь, какое у нее несчастье. Ее сына Сережу лишили родительских прав. С чего это вдруг? Да я не знаю подробностей. Спрашивать было неудобно, она в таком состоянии. Мам, я не буду есть. Ты же не на диете. Мам. Мам, ну поешь ты нормально. Через 2 недели. О, Господи. Катюш, сядь. Дослушай.
Понимаешь, Сережа очень рано женился. У них родилась девочка, по-моему, Ника зовут. А 2 года назад они с женой разошлись, и девочка осталась с Сережей и Зиночкой. А жена его, Марго, жила где-то отдельно. И Сережа так заботился о ребенке, я не знаю, что-то могло произойти. Этот суд, лишение прав. Я вот что подумала, может быть, ты поможешь? Возьмешься за это дело? Мам, но я же не специалист по семейному праву. Ну ладно, не прибедняйся, ты справишься. Им не к кому обратиться. И потом, ты же мечтала о настоящем деле. Вот, пожалуйста. У тебя есть шанс потягаться с самим Махновским. А при чем здесь Махновский? А он адвокат Маргоши, жены Сережи. Она что, любовница олигарха или звезда шоу-бизнеса? Нет. Насколько я поняла, она любовница самого Махновского. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я Екатерина Логинова с 3-го курса. Ага. Вы у нас ведете семинар по авторскому праву. Я хотела вас проконсультироваться по поводу своей курсовой. Пойдемте, пойдемте. Катюш, ты где? Что с тобой? А, ничего. Так что мне Зиночке ответить? Поможешь им? А, ты ответь, что я подумаю, ладно? Я пойду прилягу, а то у меня что-то голова разболелась. Таблетку дать? Нет, не надо. Да, 90-е годы, а? Тогда ведь в стране никто не знал об авторском праве. Ай-яй-яй-яй-яй. Сколько ж мне это стоило крови тогда, а? Но все-таки мне удалось тогда заставить владельцев кафе и ресторанов платить за фоновую музыку. Да, это был прецедент. С этого все и началось. Ну что ж, Катюш, признаться, мне забылись какие-то вещи, а вы мне напомнили о них. Спасибо. Что спасибо. Вы? Вам спасибо. Ну-ну-ну. Я пойду? Ну-ну-ну-ну-ну. Подождите, подождите, подождите. Куда же вы? Куда же вы торопитесь, Катюша, а? Я ведь могу еще много интересного рассказать вам. Знаете, в 98-м году я вел дело против одной американской звукозаписывающей корпорации. Потрясающий анекдот. Меня чуть не убили. Представляете, Катюша? Да, ну что ж, на этом официальная часть нашей беседы заканчивается. И мы переходим к неофициальной. Возьмите бокал. Вадим Юрьевич, Ну-ну-ну-ну-ну, перестаньте, перестаньте. Возьмите. Мы же выпьем за ваш успех, да? Катюш, за успех. Ну, за вас. Ну? Ну что? Смотри, сережки у тебя, а? Смешные. И вся такая правильная. Ну, просто школьница-отличница. Вадим Юрьевич. Ну-ну-ну-ну, перестань. Не волнуйся. Ну что? Девочка моя, не беспокойся. Тебе еще очень много предстоит узнать. Да? Здравствуйте. Здрасте. Я уже 20 минут тут торчу. Или ты, может быть, забыл, что у тебя встреча в Госдуме? Это Марго. Его секретарша. Ну и любовница, само собой. Куколка-малышка. Ему такие нравятся. Ну все, давай, поехали. Поехали.
же уж так всю ночь просидел. Угу. Что-то не клеится. Не клеится, что-то не клеится. Как же ты на работу-то пойдешь? Давай сворачивай свой компьютер. Сейчас завтракать будем. Ника уже проснулась, наверное. Конечно. Она привыкла рано вставать. Ей же в садик 8. А Марго, небось, еще спит. Ребенок там. Голодный, холодный. Мам, тормози, остановись. Вчера до 11 звонил ей. Марго просто не берет трубку. Представляю, что она напила на Нике про меня. Мам. Мам, как ты вообще могла дать ребенка, а? Господи. Господи, ну я же тебе объясняла. Я же не думала, что все так получится. Мы с Никочкой шли в садик. Встретили по дороге Марго. Она сказала, что скоро уезжает и хочет с Никой напоследок побыть. Ну, я ей отдала. Она же мать. Какая она к черту мать? Она эгоистка до мозга костей. Она понятия не имеет, как обращаться с ребенком. Еще этот махновский тварь, сволочь, мать. Не ругайся, прекрати. А когда я пришла Никочку забирать, Марго меня даже не впустила. Сунула через дверь эту повестку в суд. Я даже не поняла, что речь идет о лишении родительских прав. Господи, я думала, суд по поводу разрешения на вывоз Ники. Ну уж нет. Ни в какую Америку она ее не увезет. Нику я ей не отдам. Ты уже проснулась, умница? А почему ты не одеваешься? Мне папа всегда помогает одеваться. Что за глупости? Тебе уже 6 лет. Ты вполне можешь одеться сама. Одень сиреневую толстовку, юбку на бретельках и сиреневые колготки. Не хочу. Почему? Они мне не нравятся. У тебя дурной вкус. Я, между прочим, заплатила за них кучу денег. Я хочу домой, к папе и бабушке. Я тебе уже объясняла, что твой дом здесь, со мной. А почему? Потому что я твоя мама. Одевайся. Нет, мне больно, опусти. Не капризничай, или я тебя сдам в интернат. Для плохих девочек, понятно? Сережа, все готово, иди завтракать. Мам, я еду туда. Куда туда? Марго, я должен увидеть Нику. Сережа, не сходи с ума. Марго тебя просто не впустит. Значит, я вышибу дверь. Ага. И прямиком попадешь к Кутузу. Нам тогда никакая кассация не поможет. Садись. Сережа, садись. Вот так-то лучше. Знаешь, еще не все потеряно. Правда, на нашей стороне. Они просто нас врасплох застали с этим судом. А я уже начала искать адвоката. Вчера Леночке позвонила. Кто это? Леночка. Леночка – это моя подруга. Мы с ней вместе учились в педе. У нее дочь Катя. В прошлом году закончила юрфак МГУ. Сейчас работает в адвокатской конторе. Леночка должна была с ней поговорить. В прошлом году закончила? Опытный адвокат должен быть. А вот только не надо. Не надо, Сережа, этого сарказма. Катя, между прочим, блестяще училась и закончила с красным дипломом. Я им сейчас позвоню. Подожди. Катюш, это Зиночка. Что мне ей ответить? Возьмешься за это дело? Это по поводу лишения родительских прав? Да. Говоришь, мать ребенка Марго зовут? Ну да. Пусть он зайдет в контору к нам после обеда. Зиночка, все, она согласна. Да, записывай адрес. Куда мы поедем?
Ты меня домой отвезешь, да? Я тебе уже объясняла, что твой дом теперь здесь, со мной. А скоро мы полетим в Америку. У нас будет большой-большой дом на берегу океана. А папа с нами полетит? Нет, папа с нами не полетит. А почему? Потому что теперь у тебя будет другой папа. Его зовут Дак. Я не хочу другого, я хочу своего. Так, все, хватит. Полезай в машину, у меня еще куча дел до отъезда. У меня палисадник под окнами, цветы. А она там затеяла панду строить. Не имеет права. Не имеет она права. И мне плевать, что у нее сын инвалид. Инвалид, сиди дома. И пусть в дом престарелых его сдает. Тоже мне. Угу. Все хотят удобств за чужой счет. Кормильцев! Кормильцев! Да? Проходите. Здравствуйте. Да, присаживайтесь. Спасибо. Будьте добры, паспорт. А я тебя помню. Тебя ко мне на день рождения приводили. Тебе лет 5 было. Смешная такая, вся в бантах. Ты мне еще открытку написала. И прочла ее. По складам. Поздравляю с днем рождения. Желаю успехов в учебе и счастья в личной жизни. Помнишь? Ну, открытки не помню. Видимо, мои пожелания не сбылись. Ну да, видимо. А, так, нам нужно с вами заключить договор о показании юридических услуг. Давайте. Чтоб я могла защищать ваши интересы в суде. Где подписать? Там, где галочка. А сколько это будет стоить? Вам нужно внести аванс в размере 10 тысяч рублей. Вы даже не прочитали. Ну и что? Ну, я на будущее вам советую все-таки читать документы, которые вы подписываете. А я вам верю. Ну что ж, из-за чего вас лишили родительских прав? Не из-за чего. Но такого не бывает. Бывает. Хорошо, давайте по порядку. Итак, вы развелись с женой. Да. Официально 2 года назад. Хотя у нее давно уже была своя личная жизнь. Мы с Марго учились в одной школе. Ну, она на 2 класса младше меня. В общем, у нее семейка еще та была. Мать пила, там мужики постоянно какие-то пьяные тусовались. В общем, бардак дома. Ну и однажды зимой она к нам прибежала вся избитая, без пальто. А почему именно к вам? А моя мать у них была классным руководителем. Марго у нас часто дома бывала и, ну, фактически жила. Вот. Потом школу закончила, мы поженились. Потом родилась Ника. Вот. Все сначала было хорошо, а потом, когда Нике год исполнился, Марго сказала, что она хочет получить профессию. Ну, мы с мамой обеими руками за. Она пошла в школу секретарей, закончила хорошо. Закончила. Вообще Марго хваткая такая. Вот, сразу устроилась на работу хорошую на телевидении. Вот. Потом встретила этого Махновского. И понеслось. Она вам изменяла? Изменяла, да нет, она просто взяла и ушла. Съехала.
Махновский квартиру снял. Пока мы с мамой не курастили, по всему миру путешествовала. То есть фактически вы один воспитывали ребенка? Ну да. Марго не до этого было. Скажите, вы выпиваете? Ну как, все, в общем. Может быть, вы пренебрегали родительским долгом или, наоборот, злоупотребляли отцовской властью, жестоко обращались с ребенком? Кто я? Бред какой-то. Да вы сядьте, Сергей, сядьте. Вы понимаете, вас лишили родительских прав. Я пытаюсь выяснить, на каком основании. Да там на суде про меня, небось, такого наговорили. И дура эта из опеки, и соседка гнида. Я пытался что-то возразить, но меня никто слушать не стал. Кто я там такой? То есть вы утверждаете, что показания свидетелей не соответствуют действительности? Да. Да, наверняка их купили. Кто? Как кто? Моя бывшая жена и Махновский. Сергей, вы понимаете, что это очень серьезное обвинение? Зачем вашей жене подкупать свидетелей? Чтобы отомстить мне. И чтобы я не мешался. Не понимаю. Что тут непонятного? Марго собралась в Америку замуж. Хотела увезти с собой Нику. Я, естественно, разрешения не дал. Вот они и придумали этот суд. Раз, и я уже Ники никто, можешь делать с ребенком что хочешь. И все продумали, все просчитали. Тайно забрали у мамы Нику. Это Махновский. Марго бы до такого никогда бы сама не доперла. Сергей, я очень хорошо знаю Вадима Юрьевича. Он гениальный адвокат, я у него училась. Зачем ему подкупать свидетелей и рисковать своей репутацией? Ради чего? Надо же. Еще одна поклонница Махновского. Чем он берет-то вас? Чем он вам мозги-то пудрит, этот дешевый плейбой? Вы не смеете о нем так отзываться. Это я не смею. Еще как смею. Он у меня еще попляшет. А у Марго я сам заберу Нику, ясно? Знаете что, Сергей? Зачем я к тебе пришел? На что рассчитывал? У вас тут у всех круговая порука, вы все одним миром мазаны. Как вы смеете, Сергей? Вы позволите? Посиди пока в машине. Я скоро вернусь, хорошо? Хорошо. Тебе душно? Да, да. Скажи да. У меня 10 дней на то, чтобы подать кассацию. В лучшем случае. А через 10 дней Нику отвезут в Америку, и я ее больше никогда не увижу. Слушай, Серега, может, не парься ты так. Может, дочке твоей там лучше будет. Америка все-таки. Вы что, спятили, что ли, сегодня все? С Америкой со своей? Лучше. Потом я что, Марго, что ли, не знаю? Ника и нафиг не сдалась. А мужа ее тем паче. Будущему. Наиграются, отдадут ее в интернат, в закрытую школу. Нормально тогда? Ух, ё, главное, я даже не смогу забрать ее оттуда, понимаешь? Ей по бумажкам никто. Меня там в лучшем случае домой отправят или посадят. Ни одной лазейки меня не оставили, гады. Вот сволочи. А когда ты едешь? Не знаю. Дней через 10. Вчера был суд. Моего бывшего мужа лишили родительских прав. Так что теперь мне ничто не мешает. Счастливая ты. Замуж выходишь в Америку. Ну, а жених? Кто? А, Дак? Ну да. Как вы с ним познакомились? Он глава компьютерной корпорации, Махновский вел его дело против каких-то наших пиратов в Нью-Йорке. Ну, потом он пригласил нас на восточное побережье отдохнуть. У него яхта. Там было очень много гостей, кроме нас. Я вижу, он все время смотрит на меня.
У него мать русская, он мне потом сказал, что всегда мечтал, чтобы у него жена была из России. Там еще одного такого нет. А Махновский, представляешь, прямо на моих глазах спутался с какой-то певичкой. Ну, мужики. Ага. Захожу в каюту, а они на самом интересном месте. Ну, а ты что? Ну, разозлилась, конечно, начала кокетничать с Дагом. Он сразу объяснился. Он сказал, что раньше думал, что у меня с Махновским серьезные отношения. Но теперь видит, что это не так. Предложил выйти за него замуж. Отпад. Ну, а ты? Что я? Сказала, что подумаю. В шутку, конечно. Рассказала Махновскому. А он и говорит. Соглашайся. Вот гад. Угу. И что, он тебя даже не приревновал? Больше того, я потом только поняла, что он сам это все и подстроил. Как это? Ну как, он понял, что так в меня влюбился. Заставил ревновать и демонстративно вешаться Дагу на шею. Ну что, потом я автоматом получила предложение. И ты согласилась? Ну, конечно, согласилась. Я просто поняла, что Махновский никогда на мне не женится. Искать кого-то другого зачем? Если не с Вадимом, так все равно с кем. Ника, лапочка. Меня мама закрыла, а я очень писать хочу. Так, так, не волнуйся. Ты знаешь хотя бы примерно, где ты находишься? На улице. Посмотри, рядом есть какой-нибудь дом? Да, много домов. На каком-нибудь должна быть табличка? Да. Что там написано? Новофилевская. Новофилевская? Да, Новофилевская. Умничка! А номер дома, там ниже должны быть цифры. 24. Молодец. Жди меня, я сейчас за тобой приеду. Я очень писать хочу. Эта тварь заперла Нику в машине, а сама смылась куда-то. Прикроешь меня? Иди. Роскошно. Потрясающе. Твой американец будет рыдать от восторга. Сначала на Махновском проверим. Может, и он поплачет немножко. Надо ему позвонить. А где мой телефон? Я его что, в машине оставила? Господи, Ника. Эй, а деньги? Ай. Прости, забыл. Ника! Ника! Подожди секунду. Перелезай на переднее сиденье. Закрой глазки руками. Зачем? Что творишь? Все в порядке, дверь заклинила. Котенок, иди сюда быстрее. Иди, 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 иди ко мне, не бойся. Ну как ты? Ну молодец. Я очень писать хочу. Сейчас сходим. Сейчас сходим. Вот, пойдем сюда. Ника! Ника! Господи! Ника! Алло, да, Марго? Вадим, у меня ребенка украли. Что? Нику похитили. Не понял, как это произошло? Я не знаю, я отошла на минутку. Вдруг сработала сигнализация, Ника была в машине, я выхожу, стекло разбито, ее нет. Наверняка это твой бывший муж. Больше некому. Так надо же его остановить, догнать. Не пари горячку. Никуда он не денется. Значит так, звони сейчас в полицию. Звони в страховую, нужно все документально зафиксировать. Так, а Серега твой, дурачок, подписал себе приговор. Ребенка он больше не увидит. Давай, звони в полицию и держи меня в курсе. Господи, какой идиот.
Вот черт. А давай чай попьем. Давай. Давай сядем вот сюда. А почему? А потому что так надо. Девушка. Здравствуйте, что вам предложить? Здрасте. Предложите к нам чай. Черный, зеленый? Черный, зеленый. Черный. Черный. Хорошо. Спасибо. Горячий. Ага. Очень горячий. Здравствуйте, это я вам звонила. Я вижу. Вот, посмотрите. Окно разбили. Ты не отдавай меня. Никусь, запомни, что я сейчас скажу. Я твой папа, а ты моя дочка. Я тебя очень люблю. Больше всего на свете. Я тебя никому никогда не отдам. Ты меня поняла, а? Ага. Что-нибудь еще пропало? Я не знаю, вроде бы нет. Пожалуйста, найдите мою дочку. Спокойно, найдем. Вы адрес своего бывшего мужа знаете? Ну, конечно, знаю. Пойдем-ка отсюда. Здравствуйте, Зинаида Васильевна. Паша? Ага. Я к Сергею. Он дома? Да он на работе скоро должен прийти. А что случилось-то? Да ничего. А можно я его подожду? За дальние леса, за высокие горы. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Привет. Пойдем, я тебе Катины книжки покажу. Пап, можно? Ну, конечно. Пойдем. Ты какие сказки больше любишь? Про колобка. Вы что, ребенка похитили? Катя, я вам сейчас все объясню. Давайте. Я знаю, что вы сейчас обо мне думаете, но я постараюсь объяснить. Я не мог поступить иначе. Понимаете, Ника мне позвонила, сказала, что мама заперла ее в машине, а сама ушла. Куда ушла? Я не знаю. Сядьте. Спасибо. Она ушла куда-то. Ну, в салон красоты или я не знаю, куда там ходит. Обычно. И, в общем, она ушла надолго и заперла машину с Никой. А она замерзла и захотела писать. Позвонила мне. Я приехал освобождать ее. Дальше мы приехали к вам. Теперь мне точно понадобится хороший адвокат, да? Да. Катя, извините меня. Сядьте. Я вам сегодня нахамил, простите. А Марго знает, что Ника с вами? Нет, я не звоню. Надо позвонить. Если я ей позвоню, я ей такого наговорю, что... Понятно. Дипломат из вас никудышный. Диктуйте номер. Сейчас. Так. Сейчас. Да? Кто это? Меня зовут Екатерина Николаевна Логинова. Я адвокат вашего бывшего мужа. Ника сейчас у него, так что не волнуйтесь. Что? Передай этому придурку. Пусть он немедленно вернет мою дочь. Иначе я посажу его за похищение. Приговор о лишении родительских прав еще не вступил в свою силу, поэтому ваш муж имеет полное право общаться с ребенком. Где он держит мою дочь? Говори. Или я привлеку и тебя за соучастие. Маргарита Алексеевна, на вашем месте я бы не стала так горячиться. Как только мы добьемся отмены решения суда, ваш муж будет иметь полное право подать встречный иск о лишении вас родительских прав за жестокое обращение с ребенком. Это ж надо додуматься, запереть шестилетнюю крошку в машине. Вы знаете, даже с котенком так не поступают. Ты что, мне угрожаешь? Нет, что вы. Я просто ставлю вас в известность о том, что я намерена всеми законными способами защищать интересы моего клиента. И поверьте, у нас очень хорошие шансы выиграть это дело. До встречи в суде. Это кто звонил?
Сергей твой, да? Нет. А кто? Его адвокат. Интересно. Какая-то Логинова. Она мне угрожала. Стерва. Ты представляешь, она сказала, что они подадут встречный иск о лишении меня, родительских прав. Они же ведь не могут этого сделать. Ну почему же? Могут. И что тогда? Ну тогда ребенок лишится обоих родителей, и опеку над Никой, очевидно, передадут бабушке, маме Сергея. Не твоей же мамаши, алкоголичке. И тогда, дорогая, тебе придется ехать в Штаты одной. Круто. Нет, ну ловко ты ее прям до встречи в суде. Извини, что я снова на «ты» перешел. Ничего. Ты будешь нас защищать? Буду. Как ты говоришь, зовут эту дамочку-то? Логинова Екатерина, кажется. Не помню. Молодая? Ну, судя по голосу, моя ровесница. Угу. Ты знаешь, мне даже жалко эту девочку. Я ведь от нее мокрого места не оставлю. Вам с Никой пока лучше уехать на время из Москвы. Судя по тону твоей жены, она может спокойно в это дело вовлечь полицию. Ты уже вовлекла. Тем более. Зачем лишний раз ребенка травмировать? Хорошо. Вам есть куда ехать? Да, у меня у друга есть в лесничестве дом. 100 километров отсюда. Мы завтра поедем. А сегодня вы останетесь у нас? Нет, мы не останемся. Останетесь? Да нет, это неудобно. Это удобно. Тихо, тихо, тихо. Ника заснула. Тем более. Я ее уложила у Кати. Вы остаетесь у нас. Не волнуйтесь, Зине я уже позвонила. Она тоже считает, что не надо вам появляться дома. Поберечься. Береженого Бог бережет. Давайте нет, нет, не помогу. Надо, не надо. Я сама выберу. Поставьте. Спасибо. Спасибо вам большое. Да не за что, ради Бога. Можно я пойду прилягу к Нике, а то... Конечно. Ночь не спал. Идите, идите. Спасибо. Спасибо. Извините. Извините. Сережа, да? Захотите в душ, там полотенце чистое на кровати. Ага. Спасибо большое. Спасибо. Ты у меня красавица. Умница. Помоги им. Я постараюсь, мам. Давай, раздевайся и поешь что-нибудь еще горячее. Да, мам, конечно. Наверное, целый день не ела. Извини, я не хотела помешать. Ты не помешала, проходи. Ты ее очень любишь. Да, очень. У меня не было отца, поэтому я хочу, чтобы она знала, что ее отец ее очень любит. Я тоже выросла без отца. Ребенок должен знать, что его очень любит. Спокойной ночи. Спокойной ночи.